Здравствуйте, мои дорогие подписчики и гости канала! Вас приветствует Алена Ариес. Я таролог и психолог. В первую очередь, девочки, конечно же, от всей души благодарю вас за прекрасные позитивные комментарии, которые вы оставляете под моими видео, за многочисленные лайки, за то, что подписываетесь на мой канал и смотрите мои видео. Мне очень и очень приятно. И сегодня, дорогие мои девочки, для вас расклад, хочет ли он со мной вообще каких-либо отношений и каких конкретно отношений он хочет. Данный расклад, девочки, подходит абсолютно для всех. И можете загадать, естественно, мужчину, который вам нравится, знакомого мужчину. Я уже как-то говорила, начальника своего можете загадать, да? Возможно, начальник какой-то внимание вам оказывает, да, и вы думаете, а вдруг? Вот, также, девочки, конечно, для тех, у кого ссора, конфликт, расставание, разрыв, развод. И также для тех, кто в паре, потому что бывает и в паре также какое-то недопонимание, не всегда вы понимаете, что с мужчиной происходит, чего он хочет. Поэтому в этом раскладе сегодня вы как раз таки найдете ответы на свои вопросы. Напоминаю также, девочки, что это, конечно, общий онлайн расклад. Его точно зависит только от вашей интуиции. Для записи на личную консультацию пишите на Viber или WhatsApp. Именно пишите, на звонки я не отвечаю. Консультация, естественно, платная. Также, девочки, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк. Нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить новые интересные видео. И обязательно оставляйте под видео свои комментарии. Мне важно ваше мнение. И очень интересно, как у вас проигрывается та или иная позиция. Также, девочки, мне, конечно, очень приятно читать, что у вас уже произошла встреча, наладилась личная жизнь. Вы встретили того самого мужчину. У кого-то уже планы именно на брак. Наладилась вообще жизнь, да, во всех сферах, у кого-то в финансах, у кого-то карьера, работа. Очень приятно, на самом деле, я радуюсь, девочки, вместе с вами. И теперь начинаем в раскладе, как всегда, будет 4 позиции. Расклад я сегодня буду делать на картах Таро снов. Теперь рассказываю, как загадывать мужчину. Представьте своего мужчину, да, можете загадать одного или нескольких, представьте своего мужчину, если есть фотография, положите перед собой фотографию одну, да, если несколько мужчин загадываете, не надо класть сразу все фотографии, у вас перепутаются мысли, поэтому фотографию только одну. Сосредоточьтесь на данном мужчине, почувствуйте его, вспомните все хорошее, что у вас было. Даже если у вас не было отношений, вспомните, как он улыбается, как он вам что-то, не знаю, подал или что-то для вас сделал хорошего, да? Или какой-то приятный разговор с этим мужчиной. И интуитивно выберите нужную позицию. Дальше, для того, чтобы загадать следующего мужчину, переключите свое внимание и мысли. Например, посмотрите на стену, оцените ее качество, цвет, да, то есть полностью, чтобы у вас мысли переключились. Потом только вы возвращаетесь и уже второго мужчину смотрите фотографию, либо представляете. И также интуитивно почувствовали мужчину, интуитивно выбираете соответствующую позицию. Затем опять переключаетесь и следующего мужчину, и так каждого. Это, конечно, занимает достаточно много времени, потому что выбрать позицию действительно достаточно 3 секунд. Но для того, чтобы сосредоточиться, почувствовать, все представить, еще нужно некоторое время. Если вы загадываете нескольких мужчин, то, конечно, времени вам понадобится значительно больше. Поэтому поставьте видео на паузу и выбирайте ту позицию, которая вам нравится или которая у вас отзывается, девочки. И сейчас
Я начинаю раскладывать карты, и мы посмотрим, девочки, действительно хочет ли он отношений и в каком формате он бы хотел отношений, да? То есть конкретно чего он хочет, ваш мужчина. Вот. Для тех, кто смотрит данное видео в тот момент, когда вы его смотрите. Итак, первая позиция. Хочет ли ваш мужчина с вами отношений? И каких отношений он хочет? Вторая позиция. Хочет ли он отношений? И каких отношений он хочет конкретно? Третья позиция. Хочет ли он с вами отношений? И каких отношений он хочет? И четвертая позиция. Хочет ли он отношений? И каких отношений он хочет? Так, все позиции видно, да? Итак, девочки, сосредоточьтесь и интуитивно выберите ту позицию, которая вам нравится или которая у вас отзывается. Итак, девочки, думаю, что все выбрали, и приступаем. Для тех, кто выбрал первую позицию. Хочет ли он с вами отношений и каких отношений он хочет? Итак, девочки. Здесь сразу скажу, что по семерке жезлов отношений, конечно, ваш мужчина хочет. И хочет он именно по тузу жезлов именно серьезных отношений с вами. Поэтому, соответственно, для всех форматов отношений, естественно, мужчина отношений хочет. Теперь рассказываю нюансы и для разных форматов, девочки, соответственно. Ну, смотрите, отношения-то он с вами хочет, ваш загаданный мужчина. Мне так неудобно, конечно. По семерке жезлов. Отношения он с вами хочет. Но имейте в виду, мужчина думает, что у вас есть другой. То есть здесь наличие соперника. Дальше. И он, с одной стороны, хочет отношений, с другой стороны, и готов, собственно, попробовать, да, как бы начать с вами отношения. То есть я бы хотела сказать, вот он готов действительно вас, ну, как бы к завоеванию вас, как женщины, но при этом испытывает неуверенность в своих силах. Вот. И каких отношений он хочет, девочки? Он хочет действительно серьезных отношений. Отношения, основанных на чувственном притяжении. Но опять-таки здесь также ревность. Вот. Для кого-то это именно перемены в отношениях, для кого-то это переезд. И давайте так уже по форматам. Да? Если вы загадали мужчину, который вам нравится, может быть, коллегу по работе или знакомого, то имейте в виду, мужчина считает, что вы не свободны, что у вас кто-то есть. Но при этом он воспринимает это как соперничество, да, и готов, собственно, вас завоевывать, то есть готов делать шаги по жезлам, на конкретные шаги, именно к завязыванию с вами отношений. И здесь отношения он хочет, конечно, страстных,
То есть чувства у мужчины действительно есть, я бы сказала. Именно начало, да, вот по тузу жезлов, именно начало отношений, конечно, он с вами хочет. Именно страстных и, я бы сказала, серьезных отношений, потому что ну, в первую очередь страсть, но по тузу жезлов, конечно же, отношения серьезные. Вот, ну а там дальше, как у вас сложится, я не знаю. Когда уже начнутся отношения, можете, ну, то есть он будет делать шаги, начнутся встречи. Можете посмотреть другие видео на моем канале и посмотреть, как действительно у вас будут складываться отношения, да, то есть чего от этого мужчины вообще ожидать. Стоит ли действительно с ним завязывать отношения или нет. Здесь пока я вижу, что действительно мужчина как бы настроен страсть. Здесь страсть больше всего, конечно, поэтому имейте в виду. Я считаю, что стоит потом, когда действительно он сделает шаги, когда он пригласит вас на свидание. Стоит посмотреть, чего дальше от него ждать, да, то есть его именно на его намерения, планы посмотреть. У меня есть такие видео на канале. Для того, чтобы вы понимали, чего, собственно, он от вас хочет. И такое видео тоже на моем канале есть. Вот. Здесь я хочу сказать, что изначально у мужчины страсть. Дальше, девочки, для тех, у кого роман в интернете. Здесь также я хочу сказать, что мужчина хочет с вами отношений, но он считает, что вы не с ним, с одним общаетесь. Возможно, у вас в реальности есть другой мужчина. Он готов вас завоевывать, он готов делать шаги вам навстречу именно для завязывания или продолжения с вами отношений. Каких отношений он хочет? Он хочет страстных отношений. Он хочет приехать к вам на встречу. Пока я говорю только о встрече. Да, то есть каких отношений он хочет? Пока что только страстных. Он хочет страстную встречу. Вот. А как дальше будут складываться отношения? Посмотрите действительно планы и намерения. Сейчас, на данный момент, он хочет именно таких отношений. Дальше, девочки, у кого ссора, разрыв, расставание, конфликт, развод, все то же самое. Во-первых, у мужчины ревность. Да, он, естественно, хочет вас вернуть, вернуть любой ценой, во что бы то ни стало, хотя чувствует какую-то и неуверенность, и страх, но готов делать шаги к примирению, к восстановлению или возобновлению отношений, тот мужчина, которого вы загадали. Каких отношений он сейчас, на данный момент, с вами хочет? Он хочет страстных встреч. Если у вас был развод, девочки, то здесь естественно, также восстановление брачных отношений, да, то есть, естественно, семейных. Но основное, что движет мужчиной, это страсть. То есть он хочет именно страстных отношений. Вот. Не могу здесь сказать по данной позиции, хочет ли он дальше семью устроить или не хочет. Вот он хочет именно страстных отношений. А вот, серьезных? Да, серьезных. Но здесь желание строить семью, вкладываться в женщину я не вижу. Здесь я вижу страсть. А вот, поэтому, когда вот он уже будет делать шаги, то тогда посмотрите еще другие видео на моем канале. Конкретно планы мужчины, чего он от вас хочет, да, чтобы вы понимали, действительно, стоит ли идти на это самое примирение. Потому что здесь на самом деле движет мужчина страсть. Сексуальное желание, я бы сказала. Ну вот. Конечно, здесь не такая страсть, как по дьяволу, да, потому она такая более позитивная, да, то есть это действительно сильное желание, чувства у мужчины очень сильные, яркие. Вот. То есть чувства действительно есть, любовь действительно есть. Это для всех позиций, да, и страсть. Страсть, сексуальное желание. Есть и серьезная намеренность изначально есть. Вот. Ну а уже более подробно, я же говорю, в формате этого расклада я вам не скажу. Либо другие видео посмотрите на моем канале, либо уже по факту, как бы можете обратиться за личной консультацией. Дальше, девочки, для тех, кто в паре. Мужчина подозревает, для тех, кто в паре, в браке, мужчина подозревает, что у вас кто-то есть, вот со мной ревнует, соответственно, да, и
Здесь действительно чувства, чувства серьезные, кроме ревности, это и любовь, и страсть, сексуальное желание в отношении вас. Здесь проявится еще чувство собственничества, да, он подозревает, что, возможно, действительно кто-то, у вас какой-то поклонник, или кто-то, может быть, оказывает вам внимание, или поухаживал за вами. Вот, и он такой вот, вот эта вот страсть, значит, она будет проявляться именно в чувстве собственничества, да, в том смысле, что он будет действовать или показывать, что вы принадлежите только ему, и вы ничья больше. Вот. И здесь, девочки, по тузу жезлов, у некоторых пар возможен, ну, я имею в виду, может быть, в длительных отношениях или в браке, возможно, вы планировали переезд, да, мужчина планирует переезд, но это для некоторых, соответственно, проиграется. А для некоторых, девочки, это предложение руки и сердца. Вот. И толкает его именно ревность и страсть. Так что делайте выводы соответствующие. Итак, девочки, это была первая позиция. И переходим теперь ко второй позиции. Вторая позиция. Хочет ли вообще мужчина с вами отношений? И каких отношений он хочет? И по старшему аркану умеренность я хочу сказать, что вот такая ситуация, какая у вас сейчас есть, вот такая ситуация мужчину вполне устраивает, да? То есть он не намерен что-то менять. Вот если вы загадали мужчину, который вам нравится, то, ну, знакомого мужчину, может быть, коллегу по работе, да, то я хочу сказать, что вот у него такие дружеские чувства, коллегиальные, да, то есть я хочу сказать, что никаких таких особенных чувств у него нет, и менять он ничего не собирается. То есть его все устраивает, ну, те отношения, которые между вами сейчас, мужчина вполне устраивает. И никаких других намерений, желаний у него нет. Вот, дальше. Каких отношений он хочет? Здесь по двойке мечей мужчина закрыт абсолютно, то есть какого-то проявления чувств и не будет, соответственно, ну, потому что и намерений у него таких нет. Вот, поэтому здесь тот мужчина, которого вы загадали, ну, возможно, это просто обычный рабочий флирт. Да, вот часто так бывает, то есть он, возможно, просто со всеми так ведет себя, просто со всеми флиртует. Потому что здесь я не вижу ни чувств, ни намерений. Дальше, девочки, для тех, у кого роман в интернете, также, смотрите, во-первых, мужчина менять ничего не собирается в ваших отношениях, да, то есть это так и будет роман в интернете или на расстоянии, да, то есть его именно, вот я обычно говорю, это общение ради общения, вот так бы я сказала, да, то есть он просто общается, без каких-то намерений на встречи, на серьезные отношения, на брак. То есть здесь именно такая ситуация. Кроме того, мужчина закрыт, да, то есть он свои чувства никак, соответственно, проявлять не собирается, но общаться он с вами будет, ему приятно, интерес у него действительно есть, но интерес именно в общении. Вот. То есть именно вот такие отношения. Дальше, девочки, для тех, у кого ссора, разрыв, расставание, конфликт, развод, здесь будет другая ситуация. Мужчина уже успокоился после конфликта или чего-то, да? Возможно, даже у вас уже какое-то примирение начальное произошло. Если еще нет, то оно будет. Хотя оно будет скоро. Вот здесь по двойке мечей я скажу, что это где-то в течение 2 месяцев. Он планирует примирение. Каких конкретно отношений он хочет, я вам не скажу здесь по двойке мечей. Сейчас, на данный момент, он планирует только примирение. Но я вам скажу, чего он хочет. Он хочет тихой, спокойной семейной жизни. Но если вы в браке, если в длительных отношениях, возможно, вы проживали вместе, то вот этого он и хочет, соответственно, да?
тихой, спокойной совместной жизни, либо тихих, спокойных, длительных отношений, да, то есть именно восстановление отношений на том этапе, на котором они прервались, да. Если у вас до этого были встречи, то он хочет возобновить, соответственно, ваши встречи, вот, и для того, и чтобы это было все тихо, спокойно, чтобы это было приятно, чтобы была полная гармония, спокойствие, чтобы вы ничего от него не требовали, ни в коем случае ничего не высказывали, не упрекали, не конфликтовали. И вот на начальном этапе примирения, вот, то есть на примирение он пойдет, он будет закрыт в чувствах, соответственно. То есть здесь сказать, что он от вас ждет прям сильного проявления чувств. Скорее, он просто ждет от вас принятия, да, принятия его таким, какой он есть. И просто спокойных, гармоничных отношений. Вот чего хочет мужчина, собственно говоря. А вот, именно и менять в ваших отношениях здесь по двойке мечей, как бы, он ничего не намерен. То есть, если были длительные отношения, значит, такие, какие они были. Если были брачные отношения, то, значит, естественно, восстановление семьи. Ну, то есть, такие, какие были. Я в том смысле, что если у вас длительные отношения, или вы, ну, какое-то время вы с мужчиной встречаетесь, то здесь мужчина вообще не думает о переходе на какой-то другой уровень. И теперь, девочки, для тех, кто в паре и кто в браке, здесь мужчину все устраивает, да, то есть я бы сказала, можете расслабиться. Он доволен, счастлив, спокойная, тихая жизнь. Его абсолютно все устраивает. При этом я хочу сказать, что вас, возможно, не все устраивает по той простой причине, что он несколько закрыт в чувствах, несколько холодноват, возможно, не всегда отвечает на ваши звонки, не всегда вовремя приходит с работы, там, или не всегда у вас получаются встречи. Вот. Но это, девочки, именно потому, что мужчина уже расслабился. Да, то есть его абсолютно в ваших отношениях все устраивает. Ни на какой другой уровень он не собирается. Его все устраивает вот так, как есть. Вот. И делать он тоже ничего не собирается. Но он считает, что вы абсолютно ему принадлежите, и делать ему уже больше ничего не надо. А вот такая, собственно, ситуация. Так что задумайтесь. С одной стороны, хорошо, я вас поздравляю, что ваш мужчина доволен и счастлив рядом с вами. С другой стороны, если вы встречаетесь с мужчиной или даже у вас длительные отношения, то имейте в виду, что мужчина даже не думает о браке, об ответственности, о переходе на новый уровень отношений. Вот. И при этом хочу сказать, если вы его сейчас начнете из этого состояния выводить каким-то образом, что-то требовать, что вот ваши отношения не развиваются, что надо дальше, то сделайте только хуже. Конечно, нужно, да, как-то, но тем не менее, девочки, это нужно постепенно, осторожно. Я уже много раз рассказывала, как. Просите его, просите, начинайте с мелочей, чтобы он в вас вкладывался по-разному, и физически, да, то есть ручками, ножками, и время свое в вас вкладывал, и финансы, соответственно. Вот так потихоньку, начиная с мелочей, приучайте его к ответственности. И таким образом потихонечку приведете его к браку. Вот. Но при этом, девочки, не забывайте, что для того, чтобы его привести к браку, во-первых, нужно постоянно его о чем-то просить, чтобы он делал. С другой стороны, вас все время должно ему не хватать. То есть вас должно быть в отношениях мало. У вас все время, у вас должна быть своя счастливая жизнь без него. Это именно для тех, кто в паре. То есть вы должны всегда быть чем-то заняты. И действительно, то есть не сидеть на телефоне, сказали ему, что занят, и при этом сидите весь вечер, страдаете. Нет, вы действительно должны быть заняты именно делами, которые приносят вам удовольствие. Вы должны встречаться с друзьями, с подругами, заниматься любимыми делами.
И для мужчины у вас должно оставаться мало времени. И встречаться вы можете не каждый день, а только, ну вот оптимальный вариант встреч, да, для тех, кто встречается, это 2-3 раза в неделю. Вот. То есть и на встречах тоже, то есть не так, что вы встретились и потом до следующего утра не можете расстаться. Вас должно быть мало. То есть вы всегда должны уходить в такой момент, когда вы еще, то есть мужчина еще хочет вас видеть, да, хочет видеть вас рядом с собой, а вы ему при этом говорите: все, пока, мне надо домой. Ну, к примеру, да. Вот. Или там: у меня срочные дела. Придумывайте, играйте. Вот эта игра, на самом деле, это же так здорово, это так весело. Вот. И я честно вам скажу, девочки, для того, чтобы всегда мужчину рядом с собой держать, для того, чтобы он всю жизнь вас любил и всю жизнь вас завоевывал, это будет интересно и вам, и ему, да, всю жизнь нужно играть. Вот. Научитесь этому сейчас, потом уже это будет у вас получаться само собой, то есть всю оставшуюся жизнь вы будете играть, не напрягаясь, наоборот, будете испытывать от этого только удовольствие. Вот. И мужчина всегда будет рядом и всегда будет делать то, что вам нужно. Поэтому учитесь сейчас. Вот такая, собственно, была вторая позиция, девочки. Переходим к третьей позиции. Для тех, кто третью позицию загадал. Хочет ли мужчина с вами отношений и каких отношений он хочет. И по третьей позиции здесь, девочки. Отношения он хочет, это паж пентаклей. Отношения он хочет серьезных, соответственно, по пажу пентаклей. Вот, что еще сказать. Мужчина действительно как бы готов вас, ну, вас вкладываться, строить отношения, действительно серьезные, да. Именно отношения серьезные с перспективой брака, девочки. Поэтому здесь как бы действительно серьезные. Но беспокоит меня, конечно, вторая карта, каких отношений он хочет. Это пятерка мечей. И пятерка мечей говорит о том, что мужчина хочет, во-первых, получить вас во что бы то ни стало, доминировать над вами, да, проявлять властность. И, честно говоря, вот по пятерке мечей даже какую-то конфликтность, да? То есть вот такой вот человек очень даже... Ну, понятно, что по пажу пентаклей я бы и сказала, что мужчина, конечно, властный, да? Вот, но здесь прям такой вот характер. То есть хочет, чтобы вы полностью ему подчинялись. И действительно выполняли все, что он говорит. Ну, вот таких, собственно, хочет мужчина отношений. И сейчас я, конечно, больше проговорила для тех, кто загадал мужчину, который вам нравится, может быть, знакомого, коллегу, да, то есть мужчина отношений действительно хочет, хочет отношений серьезных, но он хочет полностью вас заполучить, да, то есть это, конечно, чувство собственничества, чувство эгоизма, я бы сказала, да, то есть он хочет полностью над вами доминировать, чтобы вы полностью ему подчинялись. Вот. Ну, здесь тоже, опять-таки, это тоже своеобразная игра, да, то есть он действительно, это у него сейчас чувство завоевания, да, то есть, с одной стороны, он действительно, видимо, по характеру такой властный, вот, а с другой стороны, очень даже здорово, да, вы все время будете убегать, а он вас все время будет завоевывать, да, то есть здесь такая игра тоже возможна, но имейте в виду, что здесь, конечно, мужчина может и как-то конфликтно себя вести, если вы не будете слушаться, подчиняться, да, то есть могут быть конфликты, соответственно. То есть некоторая агрессия может быть со стороны мужчины. Поэтому здесь, конечно, девочки, присматривайтесь, насколько как бы сильно вот он хочет над вами властвовать, да, и насколько вы сможете управлять им. Дальше, девочки, для тех, у кого роман на расстоянии, роман в интернете, здесь также мужчины настрой действительно серьезный, но вот здесь я вас предупреждаю, будьте более осторожны,
Вот, потому что действительно мужчина планирует действительно над вами властвовать и доминировать, да, и конфликтовать. Но я знаю много таких мужчин, да, которые действительно не позволяют женщине даже слово сказать. Вот, поэтому здесь как бы присматривайтесь, да, то есть в любом случае, как бы раз у него такие планы, то, скорее всего, встречу он тоже планирует. Вот. И имейте в виду, что встреча, конечно же, должна проходить не у вас дома, соответственно, да, а где-то в людном месте, где-то в отеле, где много людей. Ну, то есть изначально в кафе, потом, может быть, какой-то отель, вот, гостиница, не знаю. То есть как-то в любом случае место, где много людей. Вот. И, естественно, девочки, для тех, у кого кто в интернете знакомится, у кого романы в интернете, ни в коем случае мужчине не сообщайте адрес. Вот. То есть даже если он приезжает к вам навстречу, максимум город, пусть он останавливается где-то в гостинице, в отеле, встречаетесь однозначно в людных местах. Вы не знаете, что это за мужчина. Вот, поэтому здесь, конечно, предупреждаю. Дальше, девочки. Для тех, у кого ссора, конфликт, расставание, разрыв, развод, здесь несколько иная позиция. Мужчина хочет примирения, хочет очень сильно. Естественно, он хочет с вами помириться и над вами властвовать. То есть, да, хочу сказать, что агрессия определенно у него есть, конфликтность есть, но это вот от болезненности, да, все-таки, ну как болезненно у него ваш разрыв отзывается таким образом. Здесь я бы сказала, как месть, да, то есть он действительно хочет вам, я бы сказала, вернуть эту боль, которую он испытал при разрыве или разводе. Но примирение однозначно хочет, восстановление семейных или длительных, или какие у вас там отношения были. Да, то есть однозначно хочет восстановление отношений, возобновление отношений. Вот. Но хочет действительно властвовать, доминировать, то есть полностью подчинить вас себе. Но это обусловлено больше, во-первых, его болью, во-вторых, чтобы вы уже никуда от него не делись. То есть здесь немножечко другая, я бы сказала, позиция. Да? Он просто хочет вот вас схватить и никуда не отпускать, да, чтобы не было больше вот этих разрывов и разводов. Вот. То есть вот такое сильное желание у мужчины. И теперь, девочки, для тех, кто в паре, да, вот, видимо, вы все-таки ведете себя так, что вы ускользаете от этого мужчины, а намерения у него действительно серьезные. Здесь возможен и действительно новый виток, да, то есть переход на новый формат отношений. Вот. Но я хочу сказать, мужчина действительно хочет вас себе подчинить, но видно, у него это не очень хорошо получается. Да, так что имейте в виду, что если он конфликтует, то он таким образом, он просто пытается отстаивать свои интересы, он пытается вас подчинить себе. Ну, естественно, что окончательно вы тоже должны отстаивать свои интересы, ни в коем случае не подчиняться до конца, но делать это мудро, да? То есть, с одной стороны, вы делаете вид, что действительно вы ему подчиняетесь, а с другой стороны, вы всегда делаете все по-своему, и даже можно добиться, чтобы он делал так, как вам нужно, мудро, просто свое решение выдать за его решение. Но он будет считать, что это он так решил. Вот. Так что, собственно, вот такая вот ситуация. В принципе, ситуация неплохая. Только единственное, что будут конфликты, конечно. Конфликты именно из-за того, что мужчина такой собственник, да, хочет, чтобы вы ему целиком и полностью принадлежали и подчинялись. Вот. Ну, поэтому и конфликты. Так что имейте в виду, не идите на открытый конфликт, поступайте мудро. И тогда конфликтов столько не будет. И это была третья позиция, девочки. И переходим теперь к четвертой позиции. Для тех, кто загадал четвертую позицию, хочет ли вообще мужчина отношений и каких отношений он хочет.
И по четвертой позиции, девочки, здесь на самом деле все прекрасно. Смотрите, мужчина, конечно, хочет отношений. Он хочет серьезных отношений, он готов к созданию семьи, он готов брать на себя ответственность, он готов эту семью обеспечивать. Вот. Кроме того, он готов проявлять инициативу и ухаживать за вами. И, ну, это я имею в виду, конечно, на начальном этапе, и ухаживать за вами, и строить отношения, и обеспечивать вас. И, кроме того, я бы сказала, что он готов и к зачатию, и рождению детей. Теперь для разных форматов отношений. Для тех, кто загадал мужчину, который вам нравится или который у вас отзывается, ой, простите, который вам нравится, может быть, знакомого, коллегу по работе, может быть, начальника. Конечно, я больше здесь вижу, может быть, начальника какого-то, да, то есть не обязательно это ваш начальник, но мужчина, занимающий какую-то должность, может быть, бизнесмен, вот, либо деловой человек. Так вот, я хочу сказать, что он готов, то есть в ближайшее время, конечно же, будет делать шаги именно к завязыванию с вами отношений. И по старшему аркану маг я вам рассказала уже, собственно, что он хочет действительно серьезных семейных отношений. И здесь по магу где-то через год возможен уже официальный брак. А вот, и зачатие и рождение деток. А вот, то есть позиция как бы прекрасная здесь действительно. У кого роман по интернету, девочки, ситуация такая же и сроки такие же, собственно говоря, не буду сейчас повторяться. Вот. Для тех, у кого ссора, разрыв, расставание, конфликт, развод, здесь, девочки, конечно же, мужчина готов на примирение, возобновление, восстановление отношений, готов к переходу на новый уровень после примирения. Да? Для тех, кто еще не в браке, действительно, как бы мужчина готов брать на себя ответственность, и через год возможен действительно законный брак, возможно зачатие, рождение детей, как бы, если вы планируете. Так что здесь как бы позиция прекрасная. И для тех, кто в паре, девочки, радуйтесь, мужчина здесь планирует однозначно перевод отношений на, ну, новый формат, на новый виток отношений, то есть именно вот в течение этого года будет развитие ваших отношений, прекрасное развитие отношений, отношения будут прекрасно развиваться, причем мужчина будет проявлять больше инициативу, да, ответственность и все такое, и действительно через год возможен законный брак. Если вы уже в браке, то здесь мужчина действительно как бы и в браке будет для вас все делать, здесь и чувства с его стороны, и будет и отношения выстраивать, да, и вкладываться, то есть обеспечивать вас, и, возможно, у вас какие-то бытовые вопросы, да, потому что маг объединяет, видите, все масти, соответственно, вот, то есть, может быть, вы планируете покупку квартиры, покупку дома, покупку машины или бытовой техники, но я имею в виду крупные сейчас покупки, вот, то здесь вы можете не сомневаться, как бы мужчина все сделает, все, что вы планировали. Вот, заработать этот мужчина тоже может, во-первых, он сейчас уже обеспечен, да, и в дальнейшем также, вот, и также в его планы входят именно зачатие и рождение детей. Поэтому здесь позиция прекрасная, девочки, для тех, кто загадал именно четвертую позицию. Вот такой замечательный получился расклад, девочки. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк, нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить новые интересные видео. И обязательно оставляйте под видео свои комментарии. Мне важно ваше мнение и очень интересно, как у вас проигрывается та или иная позиция. Также, девочки, для записи на личную консультацию пишите на Viber или WhatsApp. Контакты смотрите под данным видео, под этим видео внизу. Сразу предупреждаю, что именно пишите на звонки, я не отвечаю. Консультация, естественно, платная. И теперь, девочки, по традиции загадывайте желание.
для тех, кто, естественно, желание исполнится только у тех, кто поставил мне лайк и подписался на мой канал. Ну а для моих подписчиков, конечно же, я вытаскиваю карту, да, а для всех остальных, как бы, становитесь моими подписчиками. И, соответственно, лайк, да, это пальчик вверх, да, и нажимайте, и именно для тех, кто подписался или кто подписан, и кто нажал лайк, я вытаскиваю счастливую карту. Я надеюсь, все уже успели загадать. Желания загадывайте, пожалуйста, реальные, быстрые в исполнении. Ну, то есть недолгосрочные, соответственно. Для того, чтобы долгосрочные желания исполнялись, у меня есть другие видео на канале, посмотрите. Там можно более крупные желания загадывать. И более долгосрочные. Там на 4 тузах можно загадывать действительно такие более серьезные желания. А здесь, пожалуйста, на одну карту легкие, естественно, желания, которые могут быстро исполниться. Итак, вытаскиваю карту для всех, кто поставил лайк и подписался на мой канал. О, девочки, туз пентаклей! У всех желания сбудутся. Не просто сбудутся, а сбудутся наилучшим образом. Не буду рассказывать, что обозначает туз пентаклей. Туз пентаклей обозначает исполнение всех желаний. Счастья вам, радости, удачи, успехов. Всего самого-самого наилучшего. С вами была Алена Ариес. До скорых встреч, новых видео.